увидеть ее в финале. И давайте посмотрим, что еще покажет нам гимнастка из Китая, потому что от ее выступлений можно ждать. Чего-то неожиданного. Ну вот хотя бы начальная поза, посмотрите, какая. Оригинальная ловля была в концовке. Еще, если вы обратили внимание, в последней диагонали сложная связка. Она делала прыжок, после прыжка не опуская левую ногу, брала ее в захват рукой и тут же выполняла еще один прыжок. То есть, в общем-то, хватает самобытных элементов у китаянки. И, кстати, перед чемпионатом